противник системы. Теперь же появился софт, который позволяет создавать такие картинки на обычных PC. Через Econode сами определить, какая картинка на чем сделана. Это PC. Это Unix. А это фотореалистичная сцена, создана на обычном PC с 3D Studio Max. Это, например, это, которое называется Character Studio. Значительно упрощает работу аниматора и позволяет сделать за несколько часов то, на что обычно уходит несколько недель.